Кокабул. Hey, what's going on, everybody? Это Никита Бринов из Дерево Продакшн. Привет, интернет. Сегодня я придумал рекламу. Кокабул. Ну, то есть, это Кока-Кола и Red Bull соединенные вместе. Просто на улице последние два дня была жара. Вообще, я не пью эти напитки. Но это же культовая Кока-Кола. Ну, и как бы Red Bull заодно. Не знаю, в общем, получился такой гибрид. Как я его снял, пойдем покажу. Ну вот, моя студия. Два моделирующих света, один и второй. Один рисующий. Заполняющий был... Ну, было светло, когда я снимал. Вот они, две модели. Кока-колу я уже выпил. И снимал я все на стабилизаторе. На 85 миллиметров. Я тут вспомнил случай своей актерской карьеры. Как-то был я на кастинге Кока-Колы, году так в 2010-м. И знаете что? Кока-Кола меня не взяла. Ну что, Кока-Кола, ты меня не взяла, зато я тебя взял. Ты меня не захотела снимать, а я тебя снял. Вот такая вот интересная, любопытная история получилась. Надеюсь, вам понравился этот напиток. Кока-Бул. А вообще лучше пейте воду. Stay hydrated, как говорится. Peace.